Всем здравствуйте, мистер Тивис, и сегодня я решил записать такой небольшой подкаст. Насчет того, что дальше будет. А дальше мне будет то, что мне требуется помощь, да. Помощь нематериальная, помощь в том смысле, что, может быть, с кем-нибудь можно будет снять. То есть, вот в Google Plus присылайте мне свои заявки, там, например, в какую игру вы играете. Skype оставляйте, обязательно, может быть, что-нибудь там сервер по какой-нибудь по контре, по ТФ2, там, я не знаю, по майну, какую угодно, и если какую-нибудь отличительную особенность, которую вы нравится. То есть, например, кому-то нравится снимать мини-игры, и вот в отличительной особенности тогда напишите. Вот у меня, например, на Hunger Games кит с мечом прокачан по максимуму, кит с этим мечом, который там, да. Кайт, короче. Или, например, вот если вы, например, Айлен Браул, то есть у меня на арене Браул, там, золотая уже бронь, и так далее. Если вам нравится снимать летсплей, то говорите, вот у меня такой мощный компьютер, там вообще по 200 модов у меня выдерживает, во. А если вам нравится, например, снимать по контре, то говорите, там, я специалист по Counter-Strike и так далее. То есть вот так вот как-то. Итак, тут сейчас у нас клёво. Мне, например, хорошо. Я тут развлёкся просто, разленился и всё. Кстати, дурью маюсь, это видео было просто из-за того, что нету бандикама на компьютере, с которого я сейчас играл. Так что, ну ладно, сейчас я вам покажу. Это на балконе видно. Балкон. Такой классный ковер. Вот балкон. Вот шкафки балконные. Вот у нас вот такая большая телевизионная тарелочка. Огромная. Вот какой вид. 17 этаж. Вон то вон для те здания. Такого же размера, как наше. Такой же высоты. Мы тут на 17 этаже, там парочка этажей. Вверху и все. Это балконы для перехода по лифту. Это вот 17 этаж. Я вон той такой вот пятиэтажке в Самаре жил. Смотрите, это капец вообще. Да не, ну мы тут квартиру снимаем. Если покупать квартиры, то они, наверное, дорогущие. То есть папа мне сказал, что тут одна квартира стоит где-то 5 миллионов. Да, вот тут кухня, гостиная. Такой с виду плоский, а на самом деле нет. Телек. Вот тот котик, с которого я вверх дном снял. Так, сейчас. Вот он. Хороший котик. Батарейки. Тут во сколько еще осталось? Где батарейка? 81 минута. Блин. Заряди сейчас. Кладу его обратно в сумку. Тоже моя. Радио такое хорошее, мощное. Так, я тут фотографии. Да, то есть тут у меня открыта парочка страниц всяких тут. Вот, если что, то вот у меня хостинг Майнкрафта. Я выкинула. Меня выкинул. Вот, у меня еще есть 11 рублей здесь. Да сохрани ты, господи, уже. Вот, сервер. Сейчас покажу, наверное, как он
сам выглядит. То есть он обновился недавно. Угу. Я сыграл на арене Броул. Просрал 3 винстрейка. Даже 4. Так, почему play offline? Да ну тебя. Edit profile. Так, выбираю 1.5.2. Сейв. Вот, если что, ник. Так. А я что-то не понял. Launch Raper. Ну ладно. Что я могу сказать? Всем спасибо за просмотр этого ролика. С вами был я. Моя комната тут большая. Мистер здесь я. Да. Никто иной. Вот у меня 42 МС. Скорость соединения к серверу. Так вот берешь. Конечно, очень неудобно на руку. Логин. Что такое? Так, собственно, тут у меня спавн. Вот. Тут у нас Hunger Games, моб арены и так далее. Вот я тут убрал некрасивую пирамиду. Да, вот тут вот вы появляетесь. Она тут как бы на стенке, вот тут мусор, вот тут администраторы. Вот я, Дракольч или мистер Дидис, кому как. Шоп сегодня сломал. Короче, когда реген писал, магазин сломал. Вот тут тоже очень коряво получилось. Так, выходим. Бадаем вот с такое место. Тоже криперы. Давай, взорви. И... блин, ботинки сломал. Ай, блин. Зови, мне не до тебя сейчас. Заходим тут. За 100 можно купить сундук закрытый. Вот такой вот. Который... вот. А за 1000 можно купить кровать. Кроватный блок. Вот. Вот так вот. Пусть висят. Тут у нас Ашот с мечами, Ашот с броней. То есть вот пока что ничего нету. Потому что... ну, это... то есть вот тут... да вы... вот так. То есть вот тут за 8 можно купить вот такие вот классные вещички. Ну что ж, всем спасибо за просмотр этого ролика. С вами был мистер Дидис. Всем удачи в игре. Оставляйте заявки. Оставляйте заявки вон там. Вон, посмотрите вниз. Ну или где вы там, где у вас там Google Plus-то? Ну, там вот, наверное, если у вас есть канал, то есть... я не знаю. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.